Дадзиза, и сегодня у меня будет блог, секрет видеоблогера. Короче, да, хотя я еще не профессиональный видеоблогер, я все равно очень много смотрела таких видео, и я достаточно могу вам хоть что-нибудь посоветовать. В этом видео я буду показывать монтаж. Ладно. Я буду показывать, как вообще... Короче, вы поняли. Первое, что вам нужно, это штатив, либо с... штатив. Да, так как у меня еще нет штатива, я не собираюсь его покупать. Я взяла вот такой вот сучек. Этот мазут. И просто у меня он крутится вверх, ну, чтобы высоко, там низко. Вот я прикрутила для самой высоты. И тут вот я вот так вот сижу. И этот стульчик вот сюда вот ставлю камеру. К примеру, это камера, да? Так, привет, милый Лиза, я ты. Вот. И также второе, это ваш фон. Вот такой вот у меня беленький, у меня вообще разный фон бывает в видео, но вот это вот мой первый беленький такой вот, ну, который я видео снимаю с таким вот белым фоном достаточно, но мне он очень нравится. Мне, честно говоря, нравится. Вот чё я говорю? Ну, короче, он мне нравится, и тут можно снимать видео. Замораживающий взгляд милости. Да, это фильм. Конечно. У меня нет тишины. Также вам нужна тишина, чтобы вас было слышно. Знаешь, если это правда, так... Правда. Вот твое счастье тоже где-то вот здесь вот, неподалеку уже. Это просто было. Да. Ну что здесь сложно? А, да, так как это мой зал, да, вот у меня тут диван, и вот только это место, и вот такой вот я специально штатив поставил, потому что там уже картина, тут всякие картинки, я, мне уже нет места, поэтому так вот поставила, и вот так вот, и также я смогу делать свой штатив поменьше. Побольше. Да. Так. Третье, четвертое, не знаю, короче. Неважно. Пока такая. Свет! У меня пока вот такая вот лампочка. Она горячего цвета, но вот тут вот в комнате у меня вот такая энергосберегающая лампочка холодного цвета. But you baby, but you baby. Не делайте громко музыку. И если вы поставите громко музыку, это будет выглядеть как-то так. Привет, А если вы поставите музыку как-то так? Привет! И сегодня я вам покажу, как сделать резинку. Да, 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 да. Ладно, расческу я не умею, но у меня самое главное есть резинка. Или... дальше идем. А, ну если у вас есть видеоредактор, там можно ставить музыку. У меня, например, в видеоредакторе есть музыка.
так как я снимаю на телефон, видеоредактор, у меня, ссылка, короче, видео. Сейчас я вам покажу, как это пишется. Как пишется, я не вижу эту надпись. Так, сейчас вас немножечко подниму. Вот так вот это пишется. Вот, 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 вот. Вот. Видео. Это так именно и пишется. Это Free Online Editor Maker. Сейчас я вам покажу. Вот он. Какой-то он классный. Ну, как тебе сказать? Не, ну, он для Android. Да, он только для андроида. Также есть для создания клипов Magical. Ну, это на андроид. А, ну, на Apple тоже можно скачать. А на Apple, мне кажется, потрясающий видеоредактор. Так, у меня есть VideoStart, VideoFix Live, Magical, InstaBeautiful, CalibCam, Photo2Fun, SuperCam. Куколькация, кукольная кация, что ли. Ну, короче, это чтобы стоп-моушн снимать. И также у меня есть для стоп-моушн, сейчас вам скажу. iMotion HD. Также для Apple есть iMovie. Тесты провела? Да, ну это я про видеоредакторы. В принципе, я снимаю на разные устройства, на iPad, на телефон, фотоаппарат и так и далее. Следующее, что вам нужно, это... Что? Что вам нужно? Чизит что ли? Чё, псих? Блин. Следующее, что вам нужно для монтажа, это звук. Ой, я уже говорила. Да? Я имею в виду, чтобы вы нормально говорили. Я сейчас, мне кажется, меня даже не слышно будет. Так, следующее, что вам нужно, это некоторые делают так. Так, привет. Меня зовут Асиса. Сегодня я вам буду показывать, как... Так, меня зовут... А, моя фамилия Шикбаева. А, да. Так. Мне 8... Ладно, мне 10 лет. Ладно, мне 8 лет. Нет, мне 9 лет. Я живу в Казахстане. То есть они всегда вот так вот делают, чтобы поставить паузу. Вам нужно скрыть руки, вам нужно, чтобы видно было плечи. И вот так вот наклонить руку. И вот так вот. Просто легкими движениями и даже, вот видите, я вот так вот наклоняю, просто вот так вот. Или вот как я сижу. Сейчас я сижу вот так, да. Я просто вот так вот ставлю и начинаю потихонечку вот так вот подтрагиваться кнопочкой пауза. Также, если у вас штатив, то тут будет у вас крепление, да. Но так как не у всех штативы, то... Лучше купить чехол, как у меня. У меня чехол стоячий, он так вот стоит, я могу спокойно все делать. Также, если у вас нет ни штатива и нет никакой радунки, и вы просто вот так вот, или просто вот блок снимаете вот так вот. Не надо вот так вот делать так. Так, сейчас, подождите. Ой. Так.
Да, и сейчас я показывала, что некоторые уходят. Вот так, привет, меня зовут Исина, моя фамилия Шикбаева. Сейчас, извиняюсь. Сейчас. Я сам не знаю, кто здесь это помог делать. Надо, я хочу, я в салоне там совсем чуть-чуть. В каком салоне? Да не важно, да. Ерунда, не бери в голову. Помолвка. Женить хочет. Но она сама-то хоть тебе нравится. Ой, я справа забыла. Привет. Это занимает слишком много времени. Вы можете сразу на листочке, например, я пишу заметки, о чем и как я буду планировать снимать. Например, вот. Сейчас. Вот я беру свой iPad. Начинаю. Извиняюсь. Мне просто очень... Короче, у меня всегда падает камера. И да, это тоже ошибка видеоблогера. Просто я еще начинающий видеоблогер. Поэтому я не знаю все именно штучки. Так, вот. iPad, да. Вот так вот выглядит. Я начинаю писать. Название. Вот так вот. Написала название и начинаю писать. Ты чё, бля? Опять извиняюсь. И начинаю писать. Ну, когда, конечно, у меня iPad свободен. Какая тишина. Хорошо. Я даже свой так не роняю, боюсь. Так. В принципе, что мне еще советовать? В следующем я буду снимать вторую часть школы видеоблогера. И это было все. Пока.